Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение игры Manhunt, и сегодня у нас второй эпизод под названием «Дорога в ад». Так, вы можете оглянуться назад на кнопку «Посмотреть назад». Я знаю, что ли, как это? Ну-ка, управление. Нам left. Оглянуться. А, F еще. Только почему-то инвертируется, блядь, не только... Вообще все инвертируется. Так, пакетик. Пакетик у нас уже есть один. Это что, камера? Так, отливатор. Блять. Свернул игру нахер. Чего-нибудь. Ох ты. Одноручное оружие. Такое, как дубинка, относится к синим. Они не исчезают после применения, одно производит достаточно много шума. Можете выбрать оружие 1, 2, 3, 4 и переключать при помощи кнопки инвентарь или колесико мыши. Так, руки, дубинка. Стеклышко. Да, пока осколок стекла, так болеутоляющее мне не нужно. Наверху стоит лак. Сдай какой-нибудь шум, например, удар по стене, должно привлечь его внимание. Так, музыка пошла. Будем вот сейчас, вот в этой игре, музыку отключать не будем. Будет максимальный хард. All clear. I'm hearing things. Готов. Кстати, на грани прям. Прям на грани. Так, дубинка у меня уже есть одна. Перемещаясь по гравию, вы издаете шум, который может привлечь внимание охотников. Аккуратно. Блять. Повернулся, сука. Блин, а вырубить его никак, да? Так, пока спрячемся. Здесь аккуратненько надо, тихо идти, блять, гравий вонючий. Иначе тут все выдаст.
Так, более удаляющие мне не надо. Некоторые окна, такие как это, можно разбить. Получившиеся осколки можно использовать как оружие. Класс. Вот сейчас можно сохранить. Чтобы сбить замок, тебе придется воспользоваться каким-то предметом. Блять, нашумел. Опять аптечки. Ничего нету. Да, здесь ничего нет. Кому-то тут херово стало. Держите кнопку вида от первого лица, чтобы посмотреть, что творится вокруг вас. Можете использовать для обнаружения охотников, но находящихся на приличном расстоянии. А чё, ну и удерживаю я, блядь. Ну давай. Готов. Бейсбольная бита — красный предмет. Она намного мощнее, не такое быстрое использование, как легкая. Так, ну мы этого сняли. С ворот, по идее, можно зайти посмотреть, что там. Опять эти аптечки. Здесь ничего. Тут тоже пусто. Что быть вообще такое? Я еще слышу свист. Так, ну-ка сейчас кое-что. Смотрим. Никого. Крысы только бегают.
I'll show her. Oh yeah, you just wait and see. Готов. Анимацию начинает включать замаха. Прячь свою задницу. Я бы, да, вот осколочек бы взял. Стекла. Так, кассета. Точка сохранения. Сохраняем, конечно же. И что тут? Здесь есть лом. Мерзкий ты придурок. Блять. Ох, бля. Ну ладно. Ждем. Ждем-с. Он меня ищет или что, блядь? Я так... Такое еще, как будто он... Он же не на улице. Блин, засвет эти. Прилетела ломом-то, сука. Ну, наконец-то, блядь. Ой, ломик. Все. Ага, отлично. Запертые объекты можно отрубать. Ну, я поменял маленькую биту на... Как бы синее оружие на синее оружие. Ебаный рот. Давай, тащи свои жопы сюда. Damn, it's him. Why hide a pretty face like that?
Да, где он там? А, вон он. Ну давай, иди сюда. На, ёпта. Там еще был один. Ладно, я так понял, тут опять наполнило локацию всякими чудаками. Давай, тащи свою жопу быстрее сюда. Еле ходит. Так. Блять, как нахуй? Подожди, там что-то было написано, но я, конечно же, блять, не успел все прочитать. Может использовать? Enter, пробел. А. Не соваться. Пойдем. Странно. В дверь? А, не, вот сюда. Что это за хуйня тут? Блять. Ёпта. Okay. Like парень знает много штучек, но как только ты разберешься, открой следующую дверь, понятно. 10-10 лет произведения захвата. Правильно читайте время для атаки, чтобы провести. Чтобы освободиться от захвата охотника, нажмите несколько раз подряд кнопку действия. Сука! На, въебало. На, сука. На, падла. На, на, ёпта. Чпалаха, блядь. Так, а... А назад, соответственно, сбежать уже все. Дверь закрылась. Какое-то, блядь, реалити-шоу получается. Все, фух, эпизод снят. За 19 минут мы его прошли. Ну, в принципе, да. Мы даже... Нас не завалили ни разу.
Убито 1, казнено 9. Сохраняемся. Ой, не, подожди. Надо мышкой выбирать. Тут так не будет. Дальше у нас будет дорога к краху. Посмотрим вступительную касценочку. После чего завершим. Ну, вот, собственно, и все. На этом у нас ролик закончен. Доберемся до заброшенной библиотеки мы уже в следующем видосе. Но пока, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. Также заходите в Телеграм. Вот он больше такой лайв канал Телеграма, больше, чем Ютуба. Вот, может быть, потому что что-то я туда выкладываю, то, что не попадает на Ютуб. Вот, ну и на этом все. Всем удачи, ребят. Всем пока. We'll be right back.